5 фактов о породе шиперки. Маленькие бельгийские овчарки выведены для ловли грызунов. Эти собаки довольно независимы, крайне активны и ориентированы на людей. Они точно не подойдут домоседам. Также питомцы бойко охраняют свою территорию и всегда встают на ее защиту. По своей натуре это своенравные и неутомимые исследователи, которых лучше всегда выгуливать на поводке. Также они довольно ревнивы по отношению к своей собственности. Начинать воспитание этой собаки стоит с самого раннего возраста, поскольку взрослеют шиперки довольно быстро. На одной и той же работе они концентрируются плохо, а также любят манипулировать. Владельцу рекомендуют обратиться к кинологу, чтобы не допустить ошибки на раннем этапе. В уходе шиперки не сложны от слова совсем, а также обладают довольно крепким здоровьем. А вы бы завели себе шиперки?